Начало года – не вполне традиционное время для проведения соревнований по художественной гимнастике. Между тем, морозные узоры собрали порядка 300 участниц из Москвы, Ростовской области, Северной Осетии и Сочи. Здесь как опытные спортсменки, так и совсем юные гимнастки, выступающие по индивидуальной программе. Требования с этого года изменились, да и система оценок стала более сложной. Правила соревнований сейчас более усложнились. То есть, конечно, это самое, поменялись сейчас оценки, больше артистизма, более маленькие детишки, конечно, выполняют более сложные элементы. Ну а старшие тоже выполняют там в два раза быстрее элементы. А вот, то есть риски должны, конечно, они выполнять там более сложнее, чем раньше было. Сложных элементов в программе опытных гимнасток немало. Выполнять их непросто, особенно в групповом выступлении. Здесь самое важное, говорят воспитанницы сочинской школы, чувствовать друг друга, работать на общий результат. Недавно у нас были очень хорошие старты. Мы заняли первое место. Были очень сильные команды. Но после Пензы, Надежды России, нам уже не очень страшно. Мы должны делать все одновременно. Мы должны работать как одно целое. Ну, это сложно. Жюри, в свою очередь, оценивает мастерство движений, владение предметом и, конечно, синхронность исполнения упражнений. Впрочем, совсем юным гимнасткам пока не нужно жонглировать, ловить булавы и прыгать на скакалке. Достаточно четко и без ошибок выполнять определенный набор элементов. Главное, они могут видеть, каким может быть их выступление, и понимать, сколько нужно над этим работать. Рената Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.